Активисты Одинцовского отделения «Единой России» поприветствовали участников заключительного этапа 8-го открытого фестиваля молодежных коллективов «Взмах крыла». В течение 3 дней на сцене театрального центра «Жаворонки» показали 9 спектаклей. 11, 12 и 13 марта здесь проходили открытые мастер-классы. Их проводили высококвалифицированные педагоги, рассказал председатель партийной фракции в окружном совете депутатов Вячеслав Киреев. Он добавил, что по традиции уже 4-й год на церемонии открытия фестиваля вручали призы участникам детского театрального конкурса «Наш дебют».